and the recent past has brought Tibetans together stronger than ever. Because these people here standing in front of me need to know that the Tibetan movement will never be defeated. Congress of Chinese Communist Party. Our opportunity or privilege in being a free country is to focus all our resources and energy into figuring out how to intensify this campaign, and especially how to ensure that the occupation of Tibet becomes too costly for China and eventually to withdraw from Tibet. But the very fact that before the Tibetans, we know what we are doing and we will continue to resist. Дорогие друзья, добрый день. Соответствующую работу в МИД страны пребывания. Также 8 ноября, когда он общался с двумя корреспондентами. Естественно, мы в России искренне поздравляем китайских партнеров с успешным завершением 18-го съезда Компартии Китая. Рассматриваем это важное внутриполитическое событие в контексте обеспечения дальнейшего стабильного развития и процветания Китайской Народной Республики. Между нашими странами установлены отношения всеобъемлющего, равноправного, доверительного партнерства и стратегического взаимодействия, которое характеризуется интенсивным диалогом на высшем и высоком уровнях, тесным сотрудничеством практически во всех областях, широкой координацией позиций по актуальным международным вопросам, которые требуют своего решения.